любовью к родной земле. Во Дворце ветеранов сегодня начался первый открытый литературно-художественный фестиваль-форум «Самарские родники». Участники «Люди серебряного возраста» представили на суд жюри свои работы в таких направлениях, как поэзия, проза, художественное творчество. Все они посвящены родному краю. Потребность в самовыражении, она является одной из ключевых потребностей человека в любом возрасте. Потребность выразиться в творчестве должна подпитываться возможностью быть оцененным, получить профессиональные советы, найти единомышленников, сверить какие-то свои мысли, чувства, эмоции, быть увиденным и услышанным. Программа форума очень насыщенная, и она предполагает не только теорию, но и практику. Сегодня участников ждало литературно-творческое мероприятие «Души очарования». На завтра организаторы приготовили мастер-классы, лектории, будет работать литературно-творческая гостиная. Поэтические работы оценивала Людмила Хаустова. Люди, которые в молодости, может быть, и некогда было этим заняться, ввиду всяких бытовых, житейских проблем, они это держали в себе, это не находило у них выхода. Сейчас находят выход, и надо сказать, что некоторые очень хорошо умеют выразить себя. Кто-то ярко чувствует, но пока еще не может сложить это на бумаге, а кто-то уже и может. Организаторы планируют сделать такие форумы ежегодными. Виктория Шары, Константин Головин, «События».